В этом году родители вновь смогут воспользоваться детским кэшбэком. Программа будет действовать при покупке путевок в летние оздоровительные лагеря. Также этим летом дети смогут путешествовать на поезде по сниженной цене. Программа детского кэшбэка подразумевает возмещение стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания до 50%, но не более 20 тысяч рублей. Для получения кэшбэка родителям необходимо на портале госуслуги заполнить заявление и подтвердить покупку путевки. Программа стартует в мае и продлится до сентября. Также этим летом дети старше 10 лет смогут путешествовать по России на поезде за полцены. С 1 июня по 31 августа на детские билеты общих и плацкартных вагонов, скорых и пассажирских поездов будет действовать скидка 50%.